«Время для тишины» — такое громкое и в то же время тяжелое название. Смотря на эти фотографии, понимаешь, что автор вложил все силы, чтобы показать судьбу не просто одного человека, а всего нашего народа, которого коснулась война. Тема, знаете, как она вот пошла из сердца, да, вот, и мне захотелось рассказать про ветеранов Великой Отечественной войны. Я начал снимать, и вот, сам того не ожидая, да, настолько это меня увлекло. И где-то вот на протяжении года два, три, лет двух-трех я продолжал снимать, да. Андрей Смольников принимал участие в первой и второй чеченской кампаниях, а также в контртеррористической операции в Дагестане, за что был награжден орденом мужества. Поэтому снимает героев не только нашего края, но и Северного Кавказа. Искал тех ветеранов, с кем можно еще поговорить. Кого можно снять, кому можно приехать, с кем можно поговорить, кто еще слышит, видит, да, потому что их много, да, но много тех, кто уже вот, ну, в силу своего возраста, здоровья, да, они уже не могут не разговаривать. Конечно, было очень тяжело снимать. Если говорить сейчас про техническую сторону, да, то это люди все, которым уже идет сотый год, да, вот уже идет, как мы говорим, сотый десяток, да, вот. И, конечно, ты приезжаешь к людям, ты не знаешь, ты никогда их не видел, ты не понимаешь, куда ты приедешь, какую обстановку, да, то есть с чем ты столкнешься. Ты понимаешь, что люди эти, ну, можно сказать, даже уже немощные, да, и у тебя время на съемку, его очень-очень мало, да, и надо успеть как-то подумать, придумать, как ты покажешь, как ты его снимешь, да, чтобы его показать. Только за год Андрей отснял больше 20 героев. Если кто-то болел, приходилось ждать месяц или два, пока человек поправится. Было легко в том плане, потому что это те люди, которые, там не надо кривляться, понимаете, там не надо ничего выдумывать, да. То есть у этих людей в их глазах, на их лице, вот в их, на их руках, да, в этих морщинках, в складках, то есть там весь жизненный путь, который они прожили. Фотографии тронули души и посетителей выставки. Очень нравится работа, и вот хожу очередной раз и ловлю себя на мысли, что больше всего мне нравится, как Андрей изображает даже не столько лица, сколько руки. Вот у меня безумное восхищение, как он передает именно вот, не знаю, руки. Я думаю, он очень глубоко чувствует людей пожилых, что они пережили, он понимает их воспоминания, и он в своих работах постарался показать душу этих людей через глаза, через руки. Познакомиться с творчеством Андрея Смольникова можно в часы работы Краевого музея изобразительных искусств. А гордятся героями Родины Анаит Даниилян и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение.